Народ, всем привет. Значит, тут недавно такое восстание курьеров произошло. В городе Железнодорожном я подъехал на заказ. Ну и, в принципе, там возле дома искал клиента, ожидал его. И была дождливая погода. Вижу, что передо мной начинает откатываться назад курьер. Да, ну там типа Тануки машина. Део Матис. Я начинаю ему сигналить, там как-то показывать то, что все стопе, не надо дальше ехать. И единственный момент, что как я сам себя хоть немного спас, я начал откатываться как бы назад, так немного наискось. Вот, и ровно поэтому чуть меньше повреждений осталось. Тачка эта прошла вскользь. Если бы, конечно, я этого не сделал, могло бы быть все намного хуже. Сейчас давайте посмотрим, как это все происходило. С торца. Это с торца? Ага, хорошо. Братан. Также что в процессе нашего разговора с ним, с этим молодым парнем, он предложил не вызывать гаишников, дать просто там денег, там несколько тысяч рублей. Причем, по-моему, он изначально предлагал там от 1000 до 1500. Я ему говорю, слушай, тут вообще, ну, понятно, что там ничего жесткого нету, но полировка плюс замена рамок под номером, да, это как минимум там 1000-1500-2. Я уже не говорю о том, что я сейчас работаю, а мне приходится, получается, с линии уходить и решать этот вопрос. В общем, там слово за слово порешали, 2000 он мне отдал. Я приехал там к ребятам знакомым там в своем городе, к Диману Алексейскому, с Ваньком Козловым, и они просто растворителем протерли и говорят, все, у тебя ничего нет. Там оставалась только пленка от, ну, от этой наклейки Тануки. Ну и вот в целом такая очередная ситуация, как говорится, не ты, так в тебя. Вот. В общем, будьте аккуратны, на дорогах происходит все что угодно, везде. Я каждый день вижу кучу аварий. В общем, никому такого не пожелаю. Все, всем удачи, до новых встреч в следующих роликах.